с маленькими детьми можно начать изучать физику на опытах. Вот у нас опыт, когда мы пытаемся зажечь стакан с водой. Снизу его подогревают свечки, и стакан не горит. А вода внутри стакана постепенно закипает. Уже закипела. Мы подождали, и она закипела. Такая физика детям интересна. А книжки читать не очень-то. Теперь попробуем вылить воду из стакана и поставить стакан обратно. Дно стакана горит. Поставим стакан обратно, без воды. Стакан полчаса стоял с водой и не загорелся. Если воду вылить и поставить обратно, он сгорает за несколько секунд. Вот такой эксперимент. Теперь поставим новый стакан. Теперь новый стакан поставим.